специально для Олечки, как в Греции на виноградник стелят пленки. Такой вот виноградник. Итак, сейчас я вам расскажу, как стелять такие вот клеенки на виноградники. Клеенки стелят для того, чтобы вдруг пойдет дождь, чтобы само дерево не напило, не выпило много воды, потому что если напьется сильно много воды, вот этот вот виноград потрескается. Для этого стелят такие вот клеенки. Перед клеенками были постелены такие вот сетки, это от града, чтобы не побил град. И вот таким вот образом клеенки сложены такой гармошкой. Сложены гармошкой, два человека, значит, забрасывают на уже приготовленные проволоки, которые здесь круглые вот стоят. Забрасывают один человек другому, и с двух сторон растягивают его по длине. И потом вот это вот все привязывается, завязывается такими вот веревочками. Где-то в среднем на одной пане где-то 20 веревочек. С одной и с другой стороны паня, это на греческом, знаете, вот эта вот клеенка. Вот такой вот принцип. Потом по окончании сезона, когда виноград уже срезался, так же само клеенки эти снимаются. Развязываются все вот эти вот веревочки. Вытягиваются, скидываются вниз в ряд. И вытягивается наружу. Половину, например, на одну сторону, половину на другую сторону. И потом два человека по бокам стоят и собирают ее тоже гармошечкой. Чтобы потом, когда обратно надо будет их стелить, чтобы можно было хорошо их растянуть. Вот так вот.